энергии. И когда это произошло, специальная система выпускает пучок как раз в направлении пациента. И это все за доли секунды. Физик-ядерщик говорит, на воплощение идеи в жизнь понадобилось почти 40 лет. Зато удалось создать систему, аналогов которой сегодня нет в мире. Существующие разработки зарубежных ученых в разы дороже, энергозатратнее и больше. Это уместилось в одной комнате. Очень широкое применение находит в лечении заболеваний органов головного мозга, где имеется у человека огромное количество органов, так называемых органов риска. Это глаза, глазные нервы, хрусталики, гипофиз. Вот оно главное преимущество протонной терапии перед химией. На опухоль воздействуют избирательно, облучают только больную ткань, при этом практически не повреждая здоровую. Здесь на экране мы видим томограмму головы пациента с оконтуренной опухолью. И вот эти белые, красные и синие пятна – это следы пучка, куда непосредственно идет пучок в реальном времени. Там в кабинете Элла Гелицкая. Год назад врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль в четверть головного мозга. Уже женщина прошла 5 сеансов протонной терапии. Во-первых, не вылезают волосы, да, вообще, то есть... А так немножко я стала говорить больше. Протонные ускорители российских ученых обсудили на высшем уровне. Глава РАН Владимир Фортов доложил о нем президенту, сказав, что этой разработкой из числа прорывных уже заинтересовались коллеги из Америки и Израиля. Владимир Балакин добавляет, у его установки есть еще один существенный плюс. Она доступна для массового производства и лечения. Расходы здесь только на электричество, которое ничтожно. Ну там я прикидывал, 100 рублей, например, на все лечение пациента, 100 рублей за электроэнергию. Всего расходы. Поэтому это бесконечно дешевле любых методов. Пока протонный ускоритель в Протвино единственный в своем роде в России. В течение года хотят собрать такие же установки в Обнинске и Пущине. По предварительным расчетам, одна такая машина сможет лечить до 2000 человек в год. Наталья Храмова, Анастасия Соловьева и Артем Стрелов. Новости 360.